Приветствую всех любителей водных видов спорта. Мне досталась на обзор лодочка от компании Time Trial. Вот здесь ее логотипчик на лямке. Идет вот в такой фирменной упаковке. Сама компания Time Trial занимается производством всевозможных надувных изделий, в том числе лодок, аттракционов и вообще всего-всего, что можно надуть и склеить из материалов ПВХ и ТПУ. Вот этот покрафт сделан из ТПУ. Это термопластичный полиуретан. Называется покрафт «Спутник», модель «Спорт». Что у нас идет с ним в комплекте? В комплекте идет юбка. В комплекте идет надувное сиденье, подковообразное так называемое. В комплекте идут алюминиевые дуги, которые собираются в каркас для так называемого очка, чтобы закреплять юбку на лодке, чтобы вода не попадала внутрь кокпита. Я попросил фирменный мешок-насос. Сейчас попробуем с его помощью надуть покрафт. Вот такой мешочек. Ну и собственно сама лодка. Вот такой достаточно компактный сверточек. Дно у этого покрафта из поливинилхлорида, а борта с такой вот рыженькой, очень скользкой, интересной на ощупь ткани, с пропиткой, покрытием полиуретан. Чем хорош полиуретан? Он очень стойкий на истирание. Я пробовал тереть кусочки ткани, которые были в комплекте, в ремкомплекте, надфилем. Они абсолютно не стираются. То есть если вот ПВХ надфиль берет и грызет, выгрызая кусочки, то по ТПУ, по полиуретану, он просто катается. Удалось оторвать только кусочек вот этого вот покрытия от основы, а стереть так у меня и не получилось. Ну что ж, попробуем надуть. Лодка у нас оборудована лепестковыми клапанами. Такие вот они достаточно плоские, не сильно будут за что-то цепляться, за кусты, там груз, если будет какой-то увязан над клапаном, то при движении не будет как-то его открывать, вырывать сильно, потому что клапан достаточно плоский. Вот, внутри там простенькая такая пластинка лепесточек, ну, чем проще устройство, тем надежнее. Проходное сечение достаточно большое. Вот, поэтому специально спроектированный мешок-насос должен быстро и удобно накачивать. Давайте проверим. Подсоединяется вот такой нехитрой пластинкой из ПВХ к одному отверстию клапана. Пробуем надувать.
осталось только додуть немножко водку ртом. Необходимое давление создано, водка стала достаточно жесткой и упругой. Клапан закрываем. После того, как накачали водку до приемлемого давления, нам нужно ставить водку в сиденье. Надо сначала. Сиденье надувается вот через такой штуцер поворотный. В принципе, очень сильно его задувать смысла нет, потому что будет сидеть жестко и может быть слишком высоко. К лодке крепится на липучку велкро. Устанавливается, чтобы было симметрично, и все. Вот так оно выглядит. Наше сиденье в лодке. Здесь сразу можно видеть бедренные ремни, упоры. Ну и сейчас еще нам нужно будет ставить кольцо из вот этих алюминиевых трубок. Накладываем. Лучше залезть внутрь лодки, так удобнее всего будет. Заправить весь периметр. Затягиваем. Проверяем, что все у нас в порядке, нигде и как следует завязываем на рифовый узел. Все, теперь в принципе лодка готова к сплаву. Достаточно ставить ноги в бедренный упор и почувствовать жесткую связь с лодкой. Всем привет!